Высокомощная торцовочная пила Black Plus Decker BS710QS. Инструмент поставляется в фирменной коробке и комплектуется твердосплавным пильным диском, документацией, а также всеми необходимыми для работы аксессуарами. Инструмент оснащен мощным электроприводом на 2100 Вт, который обеспечивает скорость вращения шпинделя на уровне 5000 оборотов в минуту. Диаметр диска составляет 254 мм, при посадочном отверстии в 30 мм. Максимальная глубина пропила под углом 90 градусов достигает 305 мм. Глубина пропила 90 мм. Если пилить под углом 45 градусов, то ширина составит 203 мм, а глубина 40 мм. Максимальный угол наклона составляет 47 градусов. Пила оснащена системой разметки линии разреза, в основе которой лежит использование падающей тени от пильного диска пилы. Данная технология обеспечивает высокую точность разреза и не нуждается в регулировке или калибровке. Просто включите подсветку с помощью выключателя на корпусе, и линия тени появится на материале, который вы хотите вырезать. Регулируемая опорная ножка поможет сохранить равновесие инструмента. После каждой регулировки угла скоса необходимо повернуть рукоятку на опорной ножке в направлении по или против часовой стрелки, пока ножка не коснется поверхности. Существует два положения в зависимости от ширины используемого верстака. Если вы хотите выпилить паз, можно установить глубину пропила при помощи винта регулировки глубины пропила. Обратите внимание, что к пиле можно подключить пылесос, чтобы держать рабочее место в чистоте. Подведем итог. Black Plus Decker BES710QS предназначена для пропила древесины, пластиков и цветных металлов. Это мощная торцовочная пила с подсветкой, которая обеспечивает высокую точность пиления и готова к работе прямо из коробки.